Вдох на миллион. Благотворительный центр «Радуга» просит неравнодушных омичей помочь 7-летнему Максиму Ионину, страдающему от врожденной мышечной дистрофии. Опасения по поводу того, что ребенок болен, появилось почти сразу после его рождения, но конкретный диагноз врачи не могли поставить долго. Тем временем у Максима появился сколиоз. Он перестал полностью сгибать и разгибать руки и ноги. Болезнь поразила дыхательные мышцы. Сегодня ребенку жизненно необходим аппарат неинвазивной искусственной вентиляции легких, чтобы мальчик мог в прямом в смысле дышать полной грудью. Государственная паллиативная служба выдала прибор, но из-за веса. Только аппарат ИВЛ весит почти 16 килограммов без учета других устройств. Его проблематично перемещать. А без этой техники мальчика не принимают на реабилитацию. Сейчас семья пытается найти деньги на покупку нового прибора. Он более мощный, более универсальный и при этом весит чуть больше 2 килограммов. Это облегчит жизнь Максима и даст возможность ездить на необходимые процедуры. Однако финансовый вопрос стоит очень остро. На покупку прибора необходимо собрать больше 1 000 000 рублей, поэтому Центр помощи детям «Радуга» и обращается к благотворителям. Узнать подробнее об истории Максима Ионина и поддержать ребенка можно, отсканировав QR-код, который вы видите на экране.